пропалый. Ты куда? Ну, здрасте, мордасти. Учишь тебя, учишь. Думать же надо. Во время грозы иногда бывает такой сильный ветер, что может оборвать провода. Энергетики приедут и все починят. Но пока их нет, нельзя подходить к этому месту. Ведь провод может быть под напряжением. Он касается земли, а ток разливается в невидимую электрическую лужу, радиус которой целых 8 метров. Стоит сделать шаг внутрь этого круга, и все. Учись, салага. Тебе надо специальным шагом отойти от этого места. Пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. Ноги не отрываются от земли и друг от друга. Запомнил? Медленно отходишь как можно дальше, звонишь 112 и ждешь взрослых. Да еще можешь предупредить других незнаек, если кто полезет к проводу.